все снимается? Да, только пальцем не закрывайте его. Я вижу. Я не вижу, где поплавок теперь. Ну и что ты будешь ждать, ты скажи. Думаете сечь? Я думаю, что пора. Что делать? Ну, по-вашему делаем. Давай. Ну, готово. Килька в томате. Смотри, какая красавица, а? Паша, ну красавица. Смотри, ты тот поплавок затащил, блядь. Ну ничего страшного, ничего тут не поделаешь. Она там сидит у тебя. Смотри, как удилочку согнула. Смотри. Ну, это уже размер, Павел Владимирович. Это ты только не упусти. Ты только ее не упусти. Это уже мне нравится. Это уже размерчик, который я возьму сегодня на котлеты. А может и не возьму. Вот Паша ее отпустит. Не, ну она такая уже достойная, да, Паша? Смотри, какая красавица. Сачок где наш? Ну, а ты говорил, сегодня не рыбный день. Рыбный, Павел Владимирович, рыбный. Ну, тащить было приятно, я думаю. А ты, у тебя видео, да, идет сейчас? Да. Ну, возьми, упусти, да, да, давай. Упусти ее. А что ты на берег не хочешь ее вытащить? Ну, ты уже даст вот это шедевр, да. Я понимаю. Я все, сейчас я вижу, да. Вот это произведение. Смотри, какая. Я тебе говорил, она брала, а ты говоришь, не брала. Она тебя же запутала, ты все нафиг. Ну, ты ее сначала отцепи, а потом уже разберешься. У тебя же должны быть, надо было сегодня тебе купить щипцы, Паш. Да у меня маленькие есть. Ну, ты не рассчитывал, что такая будет красавица. Да? Ага. Такая, да, знатная. Ну как, ты ее тащил, упиралась? Да. О! Все, вот это да, красавица. Мне кажется, давайте сегодня отпустим. А что ты, ну я, пусть, может... Да не, жалко. Небольшая, что. Небольшая? Ну. Ну давай, отпускай. Главное, с ней туда не это. Шла. Шла? Родимая, да?